Меня зовут Сейтумер. В 44-м году моих бабушек и дедушек беспощадно и цинично депортировали сотрудники НКВД. Депортации в Узбекистане моего отца преследовали и арестовывали сотрудники КГБ. Сегодня же в Крыму, в наших домах проводят обыски, штрафуют и сажают в тюрьмы сотрудники ФСБ. Я хочу задать всего один вопрос. Кто и когда остановит этот беспредел, чинимый по отношению к моему народу? Главное ток-шоу страны о Крыме. Скоро на телеканале АТР.